Добрый день. Хочу показать вам, как выглядит вакцина Вакдерм-F, которая для кошек против дерматофитозов. Поставляется она вот в таких флакончиках, которые предназначены, один флакон для одного укола. Вакцину колят двукратно, она применяется только двукратно, судя по инструкции, по практике. И мы это делаем каждый год, вакцинируем нашу кошку и вкалываем один флакончик в бедро в одно, а второй через 2 недели в другое бедро. И у нас никогда не было проблем ни с какими дерматофитозами. Такая вакцина продается в магазине «Шиншилка». Одно только замечание, я ее сейчас вынял из холодильника, чтобы вам показать, но ее вам продают в холодильнике, и транспортировать нужно тоже в прохладных условиях и хранить в холодильнике, чтобы она не испортилась и